Друзья, то, что вы говорите, напоминает такой конец одесского анекдота. Или снимите крест, или наденьте трусы. Получается очень простая ситуация. Президент сегодня говорит о том, вернее, вчера, я прошу прощения, говорит о том, что эта позиция никак не соответствует позиции нашей политической силы, хотя Гончаренко является заместителем руководителя фракции. Вы сейчас Гончаренко защищаете. Германия наш главный, не просто друг, а это страна, от которой мы полностью зависим.